Иван, да? Вопрос к тебе, как к человеку незаинтересованному. Да. Каковы ставки на суперсхватку? Я думаю, Макридин выиграет. Да, ну, кажется. Да, почему? Мне кажется, он готовился. Ну, конечно, Макридин. Что я другое могу сказать? Почему? Ну, потому что Юра готовился. Потому что Юра страшен в ноу-ги. У него огромный опыт выступлений в ноу-ги. И он в моей команде в 10-й планете. Как я могу сказать, что он не выиграет? Юра страшен в ноу-ги, а Самков симпатичен в ноу-ги. Я, честно говоря, про его оппонента ничего не знаю. Я знаю, что он черный пояс и очень тоже опытный спортсмен. А что есть такого у Макридина, чего нет у Самкова? Рашгарда. А что есть у Самкова, чего нет у Макридина? Бороды. Победу одержал Макридин Юрий. Клуб 10-я победа. Спасибо спортсменам. Ну что, в день поехали? Похлопаем еще раз за эту замечательную схватку. Спасибо, ЖГС, за схватку. Просьба судейский состав занять свои места. Мы продолжаем наш турнир. Но скажи, есть желание реванша? Да, конечно, мы поговорили с Юрием, да, вот, решили, что мы устроим матч-реванш в ГИ по правилам джиу-джитсу без круток пятки. Он согласился на это? Да, он согласился на это, он сказал, что любит экспериментировать и готов вообще на любой кипиш, кроме голодовки. И Макридин купит ГИ? Вот насчет купит, не знаю, но если не купит, я ему свое дам.